И снова здравствуйте, всем привет. Итак, искал я информацию, лазил на полях YouTube по информации, значит, по роликам. И попался мне новый, значит, такой ресурс бесплатный, как создавать персонажей быстро. Итак, вот такой ресурс, значит, Ready Player Me. Погнали, создадим нового персонажа, My Avatar. Create New Avatar. Вот эти аватары, все, что вы будете делать, их можно в любой момент скачать. Вот сейчас еще надо посмотреть, как текстуры, оказывается, скачиваются. Вот вопрос. Вот здесь есть мужчины, женщины и дом специальный. Специальные такие, эти граждане. Ну, давайте. Ну, вот высвечивается такое take a photo. Можно сделать по, с камеры. Значит, с веб-камеры свой снимок. Допустим, и сделать персонажа своего. Я так, значит, сделал скриншот. Я сделал скриншот, значит, со своих документов старые 20-летней давности. И посмотрим, что получится. Жмем Accept. Погнали, ждем. Я не знаю, как сейчас у меня интернет будет работать. Возможно, ну, буду, если что, ускорять, потом повырезаю. Нет, ничего, вроде скорость. Итак, ну вот, такой вот я по-мультяшному. Теперь тут, значит, цвет кожи можем поменять. Вот раз, видите, посветлее, там потемнее. Прикольно, вот потемнее оставлю. Здесь, значит, скулы вытянутые. Там вот так вот можно сделать. Что тут поменялось? Вот таким вот образом. Вот. Более скулы такие широкие. Ну, так, думаю, я больше похож. Да. Да, скорее всего, вот так я больше похож. Так, дальше. Что у нас тут есть? Какой ресурс? Значит, цветом идут глаза. Можно вот цвет глаз выбрать. Ну, допустим, зеленый там. Ага. Это как у вампира. У меня таких нету. Ну, у меня карие. О, я воль. Тут вот варианты. Тут, значит, варианты бровей. Давайте подберем бровя. Они одни. Цвет бровей можно устанавливать. Так, нос. Что с носом? У меня картошкой. Вот этот у меня, в принципе, вот этот мне и подходит. Ну, в принципе, да. А, уже нет. Вот это, наверное, мне больше подходит. Так, следом губы не буду я менять. Можно добавить бороду. Давайте посмотрим усы. Так, что тут еще? Усы. Усы. И погнали, погнали. Где же... О, борода батюшка. Ну, тоже неплохо. А что? Надеюсь, она будет потом отделяться. Кстати, вот здесь можно взять и бороды для каких-нибудь персонажей, или хотя бы посмотреть, как они лепятся, как они устроены, да? Вот такая штука. Ну, это уже итальяно, о, испанец. Или как это? Где там пицца? В Испании, да? Ну, давайте поставим вот эту борода с усами. Вот можно без усов. Ну, надеюсь, это будет отделяться. Если что, я его потом здесь могу зайти и переделать. Так, следом прическа меня, в принципе, устраивает. Сделана именно как и в этом, как его, с
фотографии, так что я не буду менять. Здесь вот можно выбрать одежду. О, видали, какая штукенция. О, бомбовский. Так, это кто у нас тут такой? Вот и фотокамера нашлась. Если что-то делать, можно тут кости повставлять. И будет все офигенно. Но. Так, немножко интеллигенции. Ну, это уже не интересно. Смотрим дальше. Ну, вот это прикольный, да, вариант. Тут еще вот можно курточку приобрести для каких-нибудь других персонажей. Так, это ну как-то не то, да? Тоже что-то не того. Спортивный вариант, не знаю. Ну, даже свитерки есть. Ух ты, а это, к чему это такой? Ну, тоже неплохо так пойдет. Так, ну это вообще уже никуда не шло бы. О, давайте как в рекламе сделаем, да? Во, вот это уже по-серьезному. Вот это уже нормально. Так, также что мы тут можем добавить? Можем добавить очки. Ну, тоже неплохо. Ну, в принципе, нужны ли они? Я думаю, не нужны. Очков можно добавить сколько хочешь. Так, можно вот добавить, значит, маску. Ну, тоже это не надо, наверное. Если маска добавляется, убирается борода. Так, а это что такое? Шляпа. Ну, в принципе, что? Тогда волосы они у меня уберут. Чтобы добавить шляпу, и будут вот эти вот просто отростки какие-то. А мне вот именно нужен весь персонаж. Вот такой вот. Ну, все. В принципе, все нормально. Вот такие шапки тут есть, там ковбойские, всякие клоунские. Классно, вот штаны вот эти вот. Вот, вот такой тип персонажа я уже встречал. Вот именно сглаженные вот это вот, ровные вот эти линии четкие. Прикольно. Все, теперь это дело заходим, где наш персонаж теперь сохранится в нашу коллекцию. Это вот у меня теперь будет номер 2. Сейчас он чуть-чуть тут поработает и будет все нормал. О, сохранился. И, кстати, делает вот что моя фотография, в принципе, схожа с этой. Хотя это должен был быть, как вам, про Робин Гуда играл. Блин, я в начале ролика говорил, забыл, вылетел. Так, давайте попробуем теперь его сохранить. Что тут? Download. Это загрузка аватар. Ден-ден-ден. Копировать. Capture. Вот, наверное, вот эта развертка, наверное, вот это Capture, да? Download аватар. Сохраняется в формате GIP. Теперь Gobi UR, ну, UR не надо, на и Capture, да? Что тут с разверткой? А, это цвет, нужно поменять. А, вот Copy Image Download Image. Это вот эта вся картинка, наверное. А развертки, где цвета, не пойму. Так, заходим в следующий ресурс. Это значит... Здесь файл ext, файл ext, значит, для онлайн анализа, или перетащите его сюда.
Значит, для конвертации файла MP4, там. Так, выберите файл для онлайн-анализа. Итак, вот он сделал конвертацию. Просто находится он в другом, значит, положении кручения. TXT – это формат, так, это извлечение темной строки. TXT HTML, 3DS Play CTL. Ну, давайте CTL файл сохраним, показать все. Можно в FBX сохранять. Давайте еще в FBX сохраним. Так, а здесь вот TXT файл, это что такое? Это значит информация. И значит HTML, черт его знает для чего. Так, отдел здесь у него развертка. Формат binary, узнайте больше. GLTP. Так, а вот как вытащить развертку с него, я не знаю. Это если назад. Так, если значит добавить. А ну-ка это. Семьсот двадцать один, допустим, где он тут? Так, это CTL. Вот он. 721 открываем. Так, а где ж тут формат? Так, ну, по крайней мере, я не нашел здесь формат, значит, развертки. Она, в принципе, должна быть на нем запеченная быть. Давайте посмотрим теперь в Blender, что получилось. Так. Итак, в Blender заходим, находим импорт FBX, download, открываем. Во, в download, что он тут? Так, у него кости, значит, вставлены. Смотрим, что с костями. Viewport display in front. Ничего так, прикольные кости. Так, размер N. Deployment 105 метров. Так, это значит по Z. Ого. Слишком маловатый. Ну ладно, не суть вопроса. Тут интересно, где у него находится. Ух ты, вообще фиг видно его. А? Так, ну развертка у него подключена. Image 0017. Давайте ее посмотрим, где она тут, Image. О, все развертки подключены. 0.17. Ну их теперь нужно, значит, подключить. Вот они и нормалки тут подключены.
Вся штука. Так, это теперь, значит, нужно image 0.017 отсутствует. Находим материалы. Wolf 3D Body. Это H пока можно скрыть. Так, английское Alt H. Единица на нампаде. Где этот вообще гаврик? Так, Opt Select к 3D курсору. И делаем, значит, английское S. S. Потом его отрегулирую по размеру. Мне хотя бы видеть. Так, это у нас... Что это у нас? Вот все к нему должно быть пришпандорено. Это значит open. В загрузках этого ничего нет. Единственное, что выбирать отсюда. Это значит 0.25. Тут какие-то отсутствуют. Вот 25. Image. Сохранить нельзя. Ну, чуть-чуть косячок, значит. Тут есть, присутствуют, значит, глаза. Так, что я нажимаю? Это, значит, файл image save as. Ну, давайте куда-нибудь на рабочий стол сохраним. Потом формат подгадаю. Если я сейчас подключаю, значит, вот эту развертку. Аж отключаю. Вот, глаза есть. Почему отсутствует персонаж 0.15, да? Все, вот полностью цвет тела отсутствует. Наверное, я когда делал там, да не было там кнопки прикрепить. Просто нажимаешь, она автоматически, значит, все это загоняет. Но она показывает, что это все есть. Возможно, у меня 2.93 версия. Может, что-то там по-другому работает, да хотя, черт его знает. С бородой это не проблема. Берем, что мы берем? Берем материал в минуса, новый. Допустим, тут цвета-то. А вот со шмотками уже, конечно бы. Вот даже с головой давайте попробуем. Значит, в минуса, new. Ну вот, подобрался цвет, допустим. Да, не тот, что там. Но, в принципе, вот уже... Вот image 0.25. И все, их тут нету. Но ресурс молодой, может быть, что-нибудь пока не так работает. Может быть, как-то не так сохраняется или еще что-нибудь. Так, вот, это кожа 0.08, по-моему, да? 0.25. Ну, давайте попробуем. Image save as. Возможно, нумерация как-то не такая. Вот, PNG, рабочий стол, save as. Теперь выбираем наши, значит, нашего персонажа. Добавляем add текстуры, image текстуры. И погнали, посмотрим, что тут. Так, desktop. Попробуем добавить. Ну вот уже. Это-ка что-то нормально. Так, а черный цвет какой тут есть? Ну вот он. 0.2. Это шмотки. Это рубаха. Мы ее тоже тогда image save as. Desktop. Выбираем рубаху. Опа. Download. Так, разобрался. Теперь нам понадобятся штаны. Штаны, я не помню какие, 0.4, по-моему. Ну, наверное. Так, это опять же надо делать image, save as.
Ноль четвертое. Пенги, download. И на штанишки сюда мы это дело четвертую развертку подставляем. Так, на тело, на руки тоже тогда open download. Так, а вот здесь уже почему столько металла? Металл убираем в конец. Добавляем так спекуляр и roughness. Во. Ну, уже что-то. Так, что у нас тут с бородой? Нужно искать черный цвет. Так, это, кстати, тут еще нормалки нужно поотбирать, где какая. Или переделать нормалки, да? Вот, наверное, вот это, это вот штаны 0.10. File Image. Save As. Desktop. Так, вот, наоборот, значит. Да хотя тут тоже неплохо, да? Чё? Open. 10. Во. Штаны у нас 10, вот бляха появилась. Тогда получается вот этот 4, это борода. Add и текстура Image Texture. Подключаем Open. Desktop. И это вот это значит борода должна быть. Везде что-то 25-25 стоит. А. Вот, это что это такое? Во! А сюда почему она не подставилась? Проверяем по волосу. А, тут металлика. Металлик, roughness побольше, спекуляр поменьше. И здесь тоже спекуляр поменьше, roughness побольше. И почему-то на бороду, значит, не подходит это. Такая штука. Смотрим еще, что тут есть. Десятый. И есть еще. Во, наверное, вот это. Двенадцатый. Значит, Image Save As. И повторяем. Формат лучше PNG, конечно. Он будет полегче. И добавляем Open. Двенадцатый. Не хочет принимать, потому что, ну вот, а что там? Ноль ноль восемь, вот тело приняло, а борода, а не приняла. Приняла, значит. Борода светлее, чем волос получается. Ну да, скорее всего так. А там, черти, может, это и не борода, а наоборот волос. А вот это борода. Давайте поменяем местами. Это значит, вот это PNG. А, да, это волос. А вот это тогда будет... Где она тут? Это тогда, наверное, борода. А, не. Тут даже на волос не похоже. Это, скорее всего, правильно было. Так, это значит у нас. Угу. И можно их и так и оставить. Так, что тут еще есть? Ну, в принципе, все. А, там еще ж обувь, да? Пробуем, почему металл тут стоит, 21. Возможно, это не борода, а вот это обувь. Так.
Ну да. Но нет. Непонятная какая-то развертка. Я с ней потом посижу, посмотрю, куда она подходит. Возможно, тут 22-й, о чем тут не покажет. 22 там уже нету. Они вот они все вверху. Вот 007. Это вот зубы, рот. Это когда кости рот откроются, потом вставлю. Так, что тут еще? Ну, четвертая, вторая. Вот он. Пардоньте, значит, вот оно лицо. Еще думаю, где-то брови. И, значит, мы это все дело сейф ас. Во. Ну теперь похож, а что говорить? А я думаю, что-то с ним не так. Ну смотрим еще, кто тут остался. Глаза. Это кто тут? Так, ну это вот рубаха. Ну и тут рубаха, тут что? Две развертки, что ли? Это у нас... Ну, пускай будет обувь. Рот. Штанышки. Ну и все. Так, сюда можно сделать какую штуку. Мы сюда подставим, значит, имидж четвертую. И чего-то она становиться не хочет, да? Ты в минус тогда new, не суть вопроса. Не суть вопроса. И значит shader smooth. Layout, единица на нампаде. Так, штанишки. Вот как я и говорил в прошлых роликах, что скоро, в принципе, для игрушек не надо будет лепить. Достаточно вот сейчас вот взять вот этого персонажа, загнать его в ZBrush в Obj формате. Ну, убрать, допустим, там бороду, там еще что-то. И можно перелепить, убрать вот эти складки. Или просто делать руки и одни головы менять. Ну, это вот для таких вот, более для игрушек пойдет вариант. Если чуть какой-то там нестандартная штука, то... Так, это что у нас тут? Shift-A, Mesh, план. Находим, где у нас тут лифт. Ого, тут персонажа прям еще можно увеличивать. Ну, так еще более-менее. Так, и поставим. Солнце 5. Перекрутку R. Ну, как-то так-то. Ну, вот такой вот получился я. Вот так вот прикольно. Alt-H.
арматура вот у нас теперь внизу, потому что она была отключена. И получается Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Ну, кость я, если буду вставлять, то, наверное, или миксамовский. Ctrl-Shift-Z. Alt-S. Вот эти кости мне, в принципе, ну, можно потестить, если они подлежат переделу, значит, то я их переделаю. Если нет, то тогда уже на мусорку. Так, это Save As, значит, Desktop. Ну, словом, вот такая информация. Всем пока, до свидания. Пробуйте, смотрите. Попробуйте этот ресурс. Ctrl-Z, H. Вот такая штука.